У тебя такой член большой или ты там что-то другое массируешь? Я влюблена. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3. Это шестая часть выпуска, где я играю популярные песни в стиле фингерстайл и смотрю на реакцию людей в чат рулетки. В этом выпуске я снова разыграю 1000 рублей, либо бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие. Подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Итоги конкурса смотрите в моем инстаграме после того, как это видео соберет 5000 лайков. Смотрим видео. А ты недавно только играешь? Да. Подожди, ты недавно? Ну да, только вот начал, получается, да. Потому что, знаешь, почему я так поняла? Почему? Потому что ты не поешь. Потому что не пою. Потому что, да, да. Потому что если гитарист играет, он обязательно поет. И кайфово получаются песни тогда, когда он их поет, играя, а не просто играет. Не по себе от этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга и до войны. Мне не добраться никогда, моя безумная звезда. Я влюблена. Уже. Какая песня? А, я поняла. Мне кажется, ты что-то снимаешь. У тебя хотя бы есть какой-то просмотр, ну, людей, которые тебя смотрят. Что у тебя за канал на YouTube? Ну, Николай Попов называется. Как меня зовут, так и называется канал. А, во, все, вижу. Нихуя себе! Что? Попали, 67 тысяч? Ой, 6... О, подожди. Не-не-не, ты перепутал. А, нет, 6052. Популярное видео 54 тысячи. 4 недели назад, типа, виртуоз в чат рулетки. Вот она! Вот она! Это дед Максим. Дед Максим, правильно. Ну, могу что-то из нового сыграть, если хотите. Ага, интересно, да. Моргенштерн. Ну могу Моргенштерн. Моргенштерн. Не надо, мы его не слушаем. Ну давайте что-нибудь другое из современного. Там что-то внизу. Хабиб! Ну, наверное, да. Ладно, типа давайте, соседи, да, там что-то. Давайте заново к старому вернемся тогда. Ай-яй, что? Да, привет!
видел одного этого чувака. Он берет, записывается другим людям, да, которые профессионально играют на гитаре. И потом, он, типа, он новичок. И потом, типа, хуяк, он уже, да, играет, типа, заебись уже. Угу. И, типа, они охуевают, типа, реакция, типа, тебя надо, может, так еще поснимать. Думаешь, нормально будет? Ну да. Друзья, напишите в комментариях, хотели бы видеть от меня такие ролики, где я притворяюсь новичком на онлайн-уроках. У вас Латвия, что ли? Да, мы с Риги. А, понял. У нас с 22 до 5 комендантский час. И ничего ты не делаешь, вообще ничего. Нельзя выходить на улицу, что ли? Да, вообще нельзя. Еще одежду нельзя покупать. У нас все закрыли, что можно. А у вас там в России, я смотрю, блядь, там, блядь, ресторанчики открыты, блядь, там, блядь, туда-сюда, кафешка, кальянчик, блядь, подуть там, блядь, кайф словить, блядь, все заебись, нахуй. Ну а да. А тут нет. Хоть сейчас, блядь, покупай, нахуй, билеты, блядь, лети в Россию хотя бы, блядь, на месяц, блядь, и отдохнуть. Сыграем актером. О, здорово. Что, реально, что ли, попался, что ли? Да. Я думал, не попадешься. Да, это уже у меня такие ощущения были. Я листаю, там Латвия, Россия. И ты сейчас записываешь? Я, да, я так чувствую один момент записать. Все. Ну что, спасибо. А я вообще сейчас играю такую своеобразную музыку, которую типа вот такой. Как тебе такая? Думаешь, зайдет вот такая вот музыка, если выложить? Ну такая, да. Друзья, я недавно решил набрать себе несколько учеников, так что если ты хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн или вживую, если живешь в Москве, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. Что это за песня? Это Coffin Dance этих темнокожих молодых людей. Нет, ты не угадала. В смысле, с этим самым? Ты перепутала это. Ты сказала сейчас вот эту песню. Вот, а та была другая, та была вот эта. Что? Что за песня?
И типа я ее знаю, я не знаю, как она называется. Да ну так что, я сам ее. Она называется Pre-in-C. Вот, видишь? Ну ты даже как бы не могла подумать об этом. Да. Агата Кристи, знаешь, я на тебя как на войне. Два серебро. Гитарист. Гитарист, да. Как дела? А почему у тебя на шапке написано «даун»? Даун? Я на что-то не знаю. Это как раз таки был и Моргенштерн. Ну, да. Я говорю, мы... Я вообще далека от его творчества, честно говоря. Я даже ни одной песни, ну, наверное, не знаю. Ну, Бузова вчера выставила в этом инстаграме. Может, его песня. Колбаса, там что-то, что-то там чисто какие-то звуки были. Чисто для души сыграть что-нибудь. Братан, вообще клёво играешь. Прям топ. Ты знаешь, на Ютубе смотрел Акстар канал? Да, да. Чувак вот играет на гитаре. Блин, я думаю, ты бы ему конкуренцию составил. Угу. Ну смотри, ты офигенно маневрируешь между аккордами. Это вообще топ. Давай тогда своё что-нибудь, чтобы прям такое красивое. Своё? Даже не знаю, что-нибудь сыграть. Ничего, так шустро ты перебираешь. Ну, этот трек еще не вышел, он скоро, ну, не скоро, но выйдет через какое-то время. У тебя трек есть. Вот еще есть и своего. У тебя есть какая-то группа или ты солист? Ну, группа есть у меня. То есть, ну, с песней, со словами? Все как? Ну да, да, да. Как называется группа? Я послушал. Группа The Light 3. Опачки. Вот это уровень. Красавчик. Да. Сам откуда будешь? Из Москвы. Москва, час ночи, нихуя не спится, да? Гитара в руке. Да. Ты под... Да. Ты под чем, да? Под веселым настроением, я понял. Мексика.
как и мексиканское, что такое, да? Ну, типа того, да. Что-то такое смешанное, смешанное. Да. Я люблю Виктора Цоя. Да, еще не написано. Да, да. Это же кукушка. Да. Нет, это пачка сигарет. Пьянка, конечно, да, это не оставлю. Ты долго играешь вообще? 20 лет. 20 лет? Да. А сколько тебе лет? Мне 26. Нихуя, ты до 6 лет? Да. Ну ты можешь. Что-то знакомое вообще. Эй, подожди. Я тебя видел. Где? В ТикТоке. В ТикТоке ты меня видел? Да. И что я делал там? Пел. Тебе там холодный вечер. У тебя такой член большой, или ты там что-то другое массируешь? Ногу массирую. Понимаю. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Эти все действия сильно помогут продвинуть этот канал. Также не забывайте подписываться на мои соцсети Instagram, TikTok и группа ВК. Ссылки в описании. Всем пока!